Рядышком центральная марина Галифакса. Ходим, гуляем. Лодка у нас здесь стоит на якоре. Royal какой-то, Yacht Squadron. Это самая старая марина, считается, во всем Североатлантическом побережье здесь. Ей лет уже, я не знаю, ну больше 100, наверное. Больше 100 лет? Да, что-то такое, они там написаны. Но она самая вот первая была здесь сделана. Ага. Ну вот до сих пор стоит. И довольно хорошо стоит. Приятное такое место. Это вот для этой вот ехали. В Мэйне такой же стиль яхт, вот в Портленде, ну, в Америке. Да, вот, да, видишь, да. Вот стоит зеленая. Да. Вот, ну, на ней Атлантику можно переходить, конечно, нет? Можно. Большая. Да, такая панель. 500, наверное, будет. 500 ватт, да? Ага. Панели? Ага, панели. Это серьезные панели. Здесь приятно. Да, да. И бассейн, это бассейн или нет? Да, вот это... Ну и каютки, наверное, там две минимум есть. Ага. Мне знаешь, вот что нравится в яхте? Мне в яхте нравится кормовая каюта. Вот когда есть вот кормовая. Здесь, вот в этой, по-моему, нет. Центр. Чтобы кофе внутри был посередине. Да, да, да. А ты спускаешься в кормовую каютку, она отдельная. И туда, и сюда. И чтобы были окошки. Да, да, да. Знаешь, да. Когда ты хорошую погоду открываешь, такая вентиляция вот эта идет полнейшая. Покрытие палубы. Да, да, ты, да. Ты можешь ходить. Но это можно, ты можешь на любую яхту наклеить. Смотри, он наклеил. Все, это наклейка идет. Это наклейка, такая прям какая-то качественная. Вот эти вот деревянные вот эти сиденья, но это уже с яхты делается. Это уже, да. Слушай, ну, руль обалденный. Офигеть. Что хочешь за деньги. А вот это тоже ничего, смотри, широкая какая. Ага, хорошая яхта. Смотри, как раздутая, да? Ага. Доджер, Бимини, вот для, за, руль этот закрыт, все новое. Бывает 37, вообще внутри места нету. А бывает 37, это сам, вот как я смотрел, 37, вроде большая, крупная снаружи, а внутрь зашел, вообще места нету. Все напичкано там, да? Да, 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 да. А вот скоростная яхта, смотри, где вот Нью-Брунсвик там уже. Оттуда пришла? Ну, с другой стороны, Ускуши. Вот это все, вот это полностью конструкция с окнами, его заменил на новую крышу, сконструировал. А вот на такой яхте я проходил свой первый урок. Ага. Вот на такой вот. Одноэтажная, заходишь, там тебе рестораны, там тебе души, говорит, вот пролетели, и такие уже возраст, так лет по 65. Ага. Ну вот пролетели, там два немца, две жены, два мужика. Угу. Чат, говорит. И вот что-то я месяц их смотрел, они там торчат на этой, на яхте, а потом улетели. Потом смотрю, они с чемоданчиками, они поотдыхали, просто у причала. Нормально. Ну что, машина стоит там. Посмотри, она наверху уменьшается в толщине. Ну да, да, да. Если эти все ровные мачты, вот у нас ровные. Ну вот, нормально. Сколько такая денег будет стоить? Ну, она красиво сделана, она, может, не будет очень супер дорогая. Вот этот якорь, вот этот, да? Да. Вулкан 25 килограмм стоит. И смотри, сколько у него места, вот как он это все, Бимини закрыл, все это, Доджер. Ага, да. Любой шторм, любой дождь, там комфортно.